плакать, вы кусите, паду. На одном из концертов в Волгограде Никита Джигурда настолько проникся своим творчеством, что даже объявил себя богом. Реакция РПЦ последовала мгновенно. СМИ пишут, шокированные священнослужители призвали барда одуматься, грозя ему отлучением от церкви. Я, Никита Джигурда, делаю больше, чем Иисус Христос, слушая его завет. Церковникам это не нравится, это их проблема. Они не знают Библию. Судя по публикациям в прессе, священники вообще недовольны образом жизни Джигурды. Он то выкладывает в сеть скандальный ролик с любовными утехами, мгновение, то снимает на видео роды своей жены. А уж о том, как Никита Борисович ведет себя на людях, и говорить нечего. Чтобы ты познала бытие. Но быть отлученным от православной церкви актер не боится. Не устаю говорить, что религии пальцы на моих руках. И я готов признать православие указующим перстом, но что делать с исламом, с буддизмом, с язычеством? Что сделать? Глупо жить с одним пальцем. Ссылаясь на священное писание, Никита Джигурда творит во имя вселенской любви. Недавно он написал стихотворение о любви к самому себе. Но коль я бы был бы бабой, я б себе дала б. Я б собой была бы храброй, все бы б испытала б. Владимир Стражук, Максим Власов, Алексей Широков. Про новости.